Всем привет! Сегодня у нас 3 апреля, 22 год. Посещаем вот такую вот красоту. Место называется Кентвелл Холл. Вот такой замок здесь. Вход стоит 18 с копейками фунтов, 18,50. А мы зашли окольным путем. Здесь проходит вот такой был слет Мерседеса. Вот уже многие разъехались, но было прикольно. Пообщался с некоторыми дядечками. Так, очень прикольный сад. Здесь и замок вот этот посещение. Можно зайти внутрь, погулять, посмотреть внутреннее убранство. Но нам это, наверное, сегодня не надо. Мы так, одним глазком. Мы вообще не сюда ехали. Чисто случайно маханули, заехали сюда и вот. Так, я уже говорил, называется место Кентвелл. Здесь тоже вот Tea Room, Tea Garden. Все, чаек попить где-нибудь. Вот такой вот старенькие дома, наверное, викторианской эпохи. Еще так, сегодня прохладно, но классно. Все цветет. Много нарциссиков. Шикарный. Такой вот прудик. Ай, обожаю весну в Англии. Как-то я случайно выключил камеру, потом подумал, наверное, зря я это сделал. Вернее, выключил специально, но потом начал идти дальше, смотреть такую красоту. Уф, да. Я даже не знаю, что здесь еще комментировать. Обалденно. Даже ничего не могу рассказать про историю, потому что я вообще не сюда ехал и даже ничего не могу . Надо было, конечно, в интернете что-то глянуть, но умничать не очень хочется. Не знаю я, куда попал. Это уже потом будет. Потом буду смотреть, что это за место, что здесь происходило. Ну, явно такое вот интересное здание, сооружение, вот парк. Вот это где-то около 100 километров от Лондона. Кто здесь жил? Ничего не знаю. Интересно, такими зигзагами сделана аллейка такая. Да, еще не все деревья в цвету еще. Цвести им еще предстоит. Обалденно красиво. И дышится так шикарно. Кайф. Кайф. Вон там овцы пасутся. Да, можно наслаждаться жизнью. Нужно наслаждаться жизнью. Да, вот за что действительно люблю Англию. За вот такое вот. Ехал-ехал куда-то в одно место. В свое там, куда ты наметил себе и по дороге. Раз куда-то сворачиваешь и попадаешь в такую локацию, которую... Ну как ты ее вот... Если бы тебе кто-то не рассказал про нее, либо где-то ты не вычитал, или кто-то уже, если бы не был... Не узнал бы никогда. Смотрите, березовая аллея. Как прикольно. Да, все, вот березки. О,
английский береза birch. Birch. Восемнадцать пятьдесят вход со взрослого. Но пока мы ничего не заплатили. Что вот это такое, схрон какой-то. Продолжаю из Кентвилла репортаж. Нашли интересное такое место. Тут же гуляем вот вокруг. Вот такая вот шикарная здесь живая изгородь из таких кустиков. Есть маленький мостик. И вот на мостике сидит павлин. Да, грациозный. Ну-ка, открой нам хвост. Ага. Да, вообще. Да, нет, не мы его нашли. Павлины, говоришь? Это его перо там было. А перо называл дикой курицей. Перо дикой курицы. Ну а кто это? Дикая курица. Красивая дикая курица. Вообще красивое место очень. Вот. Не знаю, как внутри. Пока туда не заходили. Но снаружи нам очень здесь нравится. Вот у них всякие книжки такие валяются. Типа сказок. Да. Вообще красивенький замок. Ну или не знаю, что это. Дом. Поместье, имение. О, он за мной идет. Вот он. Смотри, ему на камеру понравилось. Давай, давай, сделай мне видео. Давай, контент. Шагает контент. Да. Пойдем за ним, да? Пойдем, у нас куда-то приведет сейчас. Ну нет, он сам за мной пошел, я от него. Он с тобой?
Ну. Теперь он что-то мне хочет показать. Ну, пошли. Да, красивые вообще. Ну, вот реально, где ты их видела еще? Вообще нигде. Ну, вообще нигде, только в зоопарках каких-то или... И то. Вот, все гуляют просто. Ладно, все, уже станет. Ну, пошли, попробуем. Там камера. В общем, вышли мы из сада, да, наслаждались. И давайте я вам покажу, куда мы попадаем. Называется The Mold House. Короче, это где-то 15 век. Сейчас посмотрите. Интерьер полностью. Полностью передан. Смотрите, 15 век. Быт. Никого нету. Я уже прошелся по нескольким комнатам. Посмотрел. Ни одного человека, который тут вот стоял бы, что-то вам прошел билет входные. В общем, здесь пекарня. Здесь бейкхаус, так называемый. Вот такой большой камин. Печь. Сейчас. Ну, все как будто... Сейчас мы зашли в 15 век, друзья. Так, а это пивная здесь. Брюхаус. Брюрум. Ну да, брюхаус. Все-таки правильно. Вот тут пили. Это типа трактир такой или что-то, да? В общем, кладка кирпичная. Некоторым кирпичам больше 500 лет. Обалдеть. Так. Сейчас покажу вам еще. Вот он, бочонки. Или пиво, или вино хранили. Гербы. О, гриль. Так, это не самое интересное. Идем наверх. Здесь такая сушилка, где всякую траву сушили. Вот росписи, все, короче, как будто в 15 веке. Такой музей. Мак. Обалдеть просто. Я никогда не был в ничем подобном. Я в Англии был, в пабах подобного возраста. Но пабы — это места посещаемые. Там люди все время шумно. Там, в общем, их перестраивают. А здесь все как будто вон. Ушли. 500 лет прошло. Обалдеть. Вот. Ступы. Да. Да, пахнет. Steel room. Все, тут спали. Тут отдыхали, сидели. Детей делали. У нас пузыри эти. Сюда наливали что-то. Тоже сушили. Да, бычий пузырь. Вот такая комнатка.
Да, обалдеть, друзья, честно, я вот не ожидал, куда я попаду. Вот, и целенаправленно сюда не ехал, но от этого, наверное, еще интереснее. Потому что попадаешь в другой мир. Вот, смотрите. Явно кино можно снимать. Прям заезжай и снимай.